и мат. Как вы уже поняли, наши дорогие телезрители, сегодня мы будем отмечать Международный день шахматистов. И, конечно, в гости мы пригласили самых-самых умных ребят. Привет! Помоги разобраться, какой у нас самый умный вид спорта? Балет, потому что это очень культура. Физкультура. Чтобы качать мышцы. Плавание. Шахматы. Что с собой на игру должен принести настоящий шахматист? Чипсы. Бабушку и маму. Конечно, шахматы. В какую же игру на досуге любил играть всеми любимый крокодил Гена? На горошке. На горошке. В карты. Бокс. Шахматы. Стой, стой. Как же ходят кони по шахматной доске? Скачут. Он лошадью ходит. Лошадью ходит. Отвали. Буква Г. Какой шахматной фигуре можно объявить шах? Шахрезари. Доске.